позавчера не пустили в рынок, перекрыли товары, продукцию мы получили, а сегодня, через 3 дня, вот поставили перед фактом, что нас сносят. Товар все стоит, торговлю не разрешили, идти некуда, у меня вот единственный павильон. Вот, стою, считаю продукцию. Я покупала дешевые крупы, значит, сахар, чаи, соки, молочные продукты, сыры. Ну, здесь было всегда все свежее, потому что, видимо, они покупки у них не маленькие. То есть, и вот за счет того, что постоянно знаешь, кто у кого покупать. Подготовились к празднику. Для стариков, для всех все куличи заготовили, а распродажу никакую не разрешили. Все стоит в коробках, весь товар. Молочные продукты Ларри все забиты, мороженое на 12 тысяч в холодильнике стоит. Я банкрот.